В первую очередь бы хотел сказать спасибо клубу Сочи, который нам позволил работать 10 дней здесь на базе. Отдали нам одно поле а мы готовились к игре в Ахмату и здесь в Сочи на их базе. То как бы за это хочу сказать большое спасибо тренеру Бердиев и клубу Сочи. Да. По игре первый тайм, что мы уходили со счетом 0-1, для нас это был, как бы можно сказать, большое счастье, потому что у нас игра не складывалась хорошо, соперник бил в штангу и потом игрок не попал в праздной вороте. Да? Могло быть все по-другому, как бы в этот момент Сочи забило. Мы один удар до ворот и один гол. И потом в второй тайме, когда мы быстро забили ten gól na 2-0, už je bole, tak by kakby uspokojili z bole, byli kakie igrové momenty, čerez krotký pás, východy s mičom. Očeň rač to, kak Juri Kovalov zabil, tak i Ivan Bašič, potomu što eti igračky nevsegda vychadia na pole v sostav. И я верю, что это им дает такой хороший импульс к следующим играм, к следующей работе. А присложу тогда на вопрос. Что сказали команде в раздевалке, что так поменялась игра? Я им сказал, чтобы играли в футбол, как на улице, как ребенцы, когда играли в футбол. Почему? Мы боимся. Ты можешь, у тебя большое счастье, что ты можешь играть в российской премьер-лиг на таких больших красивых стадионах, и ты боишься делать свою работу. Когда ты был ребенок и играл на улице с другами, ты боялся играть в футбол? Не, забирал мяч один-один, стянки, я не знаю, там пасы, передачи, удары до ворот. И здесь ты боишься принимать мяч, ты бьешь мяч не знаю куда. Играй в футбол как 20 лет, 10 лет, 15 лет назад, когда ты пошел играть после школы с друзьями в футбол. Просто.